Саранцаран, с вами Ариран, мультиреакция, смотрим с вами новинки кей-поп, читаю ваши сообщения, которые вы мне присылаете по донату от Светланочки, первое прочитаю. Очень эмоционально вышло, мотив песни заедает в голове, звучание отпад, хочется много раз подряд включать. Клип очень эстетичный, люблю такую тематику, кибом невероятный, как вы уже догадались или знали, это у нас Ки и Шайни, а точнее его сольная работа называется Killer. Я уже себе приготовила, а соль очень сильно просится на руки, но я в капроновых колготках, видно, поэтому сегодня без нее еще я приготовила себе чаечек. Так что запасайтесь. И перед тем, как мы перейдем к просмотру клипа Ки, те, кто следит за моим каналом, за моими реакциями, вы знаете, что я просто в восторге от последних нескольких работ, которые он выпускал. И это та музыка, которая действительно на повторе. И именно такое, чего-то я сейчас от него и жду. Поехали. О, у нас тут сразу пожар. В гущу событий нас, значит, погрузили сходу. Есть выжившие? Такие бомбрючки в полоску. Так глянул. О, пошел. Перчатка. О, да, это звучание. Да, я поняла, о чем речь. Так, и хореография у нас здесь просто супер перформанс. Он спортивный, класс, красиво так смотрится на мотоцикле, красиво сняли. Правда, песня шикарная. Боже, какой же кибом крутой. Интересно, это он вот в этих кадрах по озерке, где со шлемом или нет, катается прям именно. Красиво. Напоминает немножечко о Бэмби у Бэкхёна, где он танцевал тоже под мостом. Класс. Мне так нравится, как он мимика обыгрывает. Ого, на фоне огня. Класс. Отличный был разгон и хороший переход в динамичный припев, и вместе с тем он такой достаточно тягучий, мелодичный, класс. Слушайте, правда, как чувственно. Хорош. Такой мэк интересный, класс. Мне нравятся все эти затихания музыки с акцентом на вокале, даже сказать так, на чувствах в вокале. Красиво. Слушайте, ну блин, чувственности, конечно же, однозначно в большей степени я вот сейчас понимаю, что добавляют именно его глаза. Этот взгляд такой, вот эти фишки с киданием ног обожаю. Господи, что так грустно-то? А что он там у него в руке было? Не показалось ли он оружие какое-то нес? Класс, вот этот момент по плечу такой. Мне нравится эта эстетика блеска и черного. То, что он от кого-то как будто бы сам от себя, да, бежит? Как будто одновременно тут и погоня, и побег, да? Вот, видите тут заливки? Вот такое, да. Вот это очень круто. Но все равно, конечно же, чувствуется у нас 80-е, 90-е и диско. Надо лирику смотреть. Мне кажется, я бы тут где-то, если бы еще знала, про что он поет, уже бы, наверное, начала хлюпать носом. Ух ты! Класс! Классный момент, блин, у меня побежали мурашки, когда камера отъехала на него, и он начал танцевать не в камеру, а вот так, как бы, вперед. Класс, балди. От визуала, от его движения. Правда, боже, как чувственно получилось. Все, что-то собралось у меня уже вот тут в груди. Хочется проплакаться так хорошенько.
Это именно когда хочется, знаете, вот это вот такое, такая какая-то приятная грусть. Господи, да что ж происходит? Посмотрите на его... Короче, ну, конечно же, первое — это музыка и песня. Да, это из разряда некоторых тех предыдущих, которые он выпускал, то, что я сильно хвалила. И мне правда нравится это звучание, и несмотря на то, что мы целый уже пласт пережили такой в кей-попе, когда шел активный акцент на 80-е, 90-е, и сейчас многое ушло уже в нулевые, ну, как бы не считается, а чувствуется, ощущается, как что-то более стильное на данный момент. Но здесь, несмотря на это все, я чувствую, что оно уместно. Вот эти вот 80-е, 90-е диско очень уместно. И, конечно же, сама эта грусть, печаль, сила эмоций каких-то, да, негативных таких, доминирует в песне в танцевальной, и все вместе это делает то самое комбо, такую синергию, которая подкрепляет и одно, и другое. Поэтому обалдеть. Песня, короче, да, правда, хочется слушать на повторе. Немножечко хандрит она, вот эта музыка, знаете, такое, много, наверное, подряд я лично не смогу наслушать для того, чтобы это не стукнуло мне куда-нибудь не туда, не в то место организма. Так. Это то, что именно реально к чему хочется возвращаться, переслушивать и прям смаковать. Класс. Потом, можно там еще, наверное, отдельно было бы сказать по вокалу, по музыке, но я кое-какие замечания из того, на что обращала внимание во время просмотра делала, там пару раз, скажу еще теперь по образом Кибома, потому что, ну, мы знаем, что он стильняга, и несмотря на то, что он не стал распыляться на целую кучу всего, то есть ярко выраженных, здесь у нас было три образа. Это спортивный, такой гоночный, я бы даже сказала, да, на мотоцикле, а потом второе, это у нас черное и блестящее с короткой курточкой, и последнее, это с удлиненными волосами, немножечко пошарпанное, то ли кардиган на нем, то ли еще что-то, но все это вместе классно просмотрела, знаете, такой а-ля худой художник, только на максималках, наверное, вот так. И все это прикольно просмотрелось. Были моменты, то есть камера нас постоянно за собой волокла куда-то, и из-за вот этих вот полетиков, прилетиков чувствовалось как раз-таки и летящее звучание музыки, и само летящее такое вскользь настроение той же грусти и печали. По поводу тех заливок, на которые я часто жалуюсь, что ими злоупотребляют. Вот это те работы, в которых это хорошо. То, где это оно, то есть на своем месте, и ты чувствуешь, что это не использовали не для того, чтобы, ну, как-то разнообразить, а что это часть концепции, вот, поэтому тут я тоже очень-очень все хвалю, несмотря на то, что сама по себе история эта не прыгнула там выше там всяких разных уже вот сюжетийных там клипов или еще чего-то, то есть мы здесь видим хореографию, красивую съемку, красивые отдельные кадры, несколько локаций, немножечко сюжетийной драмы в плане там автомобиля. Кстати, я буду пересматривать, нужно будет глянуть, он там с оружием что ли шел, что ли, то ли что. Ну, то есть, если да, то опять же, это все с киллером пересекается. И по сюжету, наверное, добавляют вот эти вот, где он едет и где он убегает. Как я уже сказала во время просмотра, вот прям ощущение такое стойкое, тебя погружают одновременно и в погоню, и в побег от чего-либо. Короче, обалденно, мне очень все понравилось, Кибом прям хорош. У него 3 миллиона просмотров, хочется больше. Ну, хочется как минимум 20, да? Да, как минимум я хочу 20. А так, конечно же, его работы достойны большего. И мне нравится, что Кибом продолжает вкладываться в чувственные, цепляющие работы. Вот так, показывает уровень. Короче, молодец, Светлана, спасибо тебе большое за заявочку на Кибома. Переходим к следующей от Натальи. Наталья, ты пишешь. Аречка, здравствуй. Привет, Натальчик. Любимка Вэй возглавил новую музыкальную ассоциацию в Китае и выпустил с ребятами клип, мне понравилось, посмотри с нами, называется это все вот так, DNA Cypher Music Video Official Video, вот так. Я даже, честно говоря, не сразу поняла, кто это Вэй, и если бы Наталья нам не написала, я бы, честно говоря, ну, наверное, долго обдумала. Кстати, оно не сильно-то и короткое. А, подождите, ну вот заставку эту или картинку я видела, я просто ее не рассматривала. Да, действительно, посмотрите, тут же есть Вэй. Остальных я, по всей видимости, никого не знаю, но это неудивительно, по Китаю, по Си-попу и всякое вот такое. Я там, кроме Исина и выходцев из Кей-попа, практически, наверное, никого и не в курсе особо-то. Скоро едет. Так, смотрим.
Этот, наверное, трек хорош тем, что тут собрали целую кучу всех, особенно тех, кто эту кучу всех знает, им было прикольно на это посмотреть. Также из плюсов отмечу прикольные биты, вообще прикольная мелодия, она несколько трансформировалась от начала к концу, менялась, это было хорошо, да и в принципе это нормально, когда подгоняется под вокал, да и за счет этого длинная песня не показалась назойливо, когда ты уже от нее типа устал в конце. По локации обошлись малой кровью, взяли там красивые какие-то апартаменты, сад и всякое такое, и все это вот то, что дешевит мне, когда берут какие-то вычурные штуки и в них снимают для того, чтобы сделать, ну, как бы дорого-богато, мне такое не нравится. Вот, но я тут и не претендую, ну, как бы я тут не рассчитывала на какие-то супер-промо-клипы, а для вот такой совместной какой-то работы хорошо. Потом, у каждого из ребят были свои какие-то фишечки, свои локации. Мне кажется, ну, пожалуй, самая скудная тема была у девчоночки с распущенными волосами. Ее просто там тупо на балкончике подсняли, там два шажочка и все. У Исина мне понравилось, где он вначале идет, это что он вначале идет, да, искрили башмаки. В основном он тоже гулял по коридорам, то есть не сильно. А, прикольная была локация с зеленью у первого рэпера. И что, да, собственно, и в саду, да, вот то, что я похвалила с пацаненком. Вот мне что как бы меня зацепило в этом всем деле. Исин, ну, тут песня не раскрывала ни вокал, ни его способности, но танцы его добавили, это было хорошо, хотя это было, ну, типа, приемлемо, нормально, я бы вот так сказала, я имею в виду про все, вместе с балетом, с подтанцом, в кайф, вот этот вот дэнс такой у нас кусочек, но это, конечно же, не какая-то работа, которую нужно прям как-либо судить, мне кажется. Посыл здесь был понятен, это музыка, и она может быть, наверное, разная, разные исполнители разное в нее вкладывают, но это все объединяет единое какой-то любовью, или так сказать, когда музыка это стиль жизни, да. Прикольно, прикольно, что Исин там в своей тусовке, знаете, и, короче, мне даже показалось, что его, естественно, там куда-то на переда, значит, выдвигали, немножечко на нем был фокус, как, ну, как у фронтмена этого всего коллектива. Вот такие пирожки. Наталь, спасибо тебе за заявочку. Переходим к следующей. Мария, ты пишешь. Привет, Ари. Приветик. Девочки Purple Kiss. Песня очень интересная. Хочется переслушивать. О, что у меня с чтением сегодня? Поставьте мне кто-нибудь двойку. Образы в клеточку очень понравились. Обращаем внимание на клеточку. Называется Sweet Juice. Композиция Purple Kiss уже вот как бы все поняли. И у нас тут сходу с вами какой-то особняк. Смотрим. Тёп. Чё-то как-то по макияжу у меня пошли такие вайбы Twice. Не знаю почему. Почему, от чего? Такая хрупкая. А такие чемоданы таскает. Кто-то там подглядывает. Короче, свечения вот эти, которые я не люблю. Ну ладно. О, прикольно. Прикольная вот эта вот пружина в движениях под звук. О, класс. Шикарно. Обалденно. Там это дно бассейна или что это? А это, ну, не дно, но где-то рядом с бассейном, да. Музыка, ребята, там такая симфония. Песня прикольная. Короче, мне тут половина нравится в фактуре клипа, половина вообще не нравится. Что-то прям очень цепкое, а что-то ты думаешь, зачем? Тут близняшки типа. Очень красиво за вокалом идут клавиши. Прям такие высокие нотки. Так, у них только что был рассинхрон. О, вот мне вот этой девочке тоже нравится. У двух девочек. Хореография должна быть залипательная. Я бы целиком посмотрела. Песня класс. Выделю в этом всем, как бы в этом релизе, именно звучание музыки, потому что мне здесь прям ни единого нарекания нет, наоборот, знаете. Усиленько, уйди, пожалуйста, моя хорошая. О, клеточка у нас тут. Ой,
Так, у меня за счет, наверное, вот этой мистики какой-то, да, смотрите, тут же у нас и сюжет, и сидела, боже, там вот в этом черном балахоне. И плюс по некоторым моментикам идут у меня с девчонками Dreamcatcher и с Луной. По некоторым работам, ассоциациям. Там из приборов видели, что того жена не успела прочитать. Беги. Классный момент. Музыка обалденная. Так, еще плюсы у хореографии. Вот уже несколько раз подумала, о, прикольно. И не могу, вот эта пианинка за вокалом, которая класс. И наряды прикольные. Угу. Прикольно. Класс, мне нравится настроение, с которым они исполняют, это все смотрят в кадр. Ну, то есть прям такая отчетливая крипотца у нас, да? Ой, там что это у нас? Бесконечность? Восьмерка? Что? Что где? Я бы посмотрела какое-нибудь кино про вот девочек, про этих, про вот такой отель какой-нибудь, да? Попытаюсь объяснить, на что я там нарекала. Да, это вот то, о чем я говорила в прошлом клипе про Исина и остальных артистов из Китая, когда что-то у нас дорогое, но не дотягивает по киношности, это выглядит. Но тут, в принципе, это все по концепции было, и тут самой какой-то клиповости было значительно, конечно же, больше, но немножечко мне раздражал глаз вот этот вот желто-коричневый подтон. Ну вот резало оно мне, оно не дает какой-либо, то есть ты, по сути, видишь картинку просто разношерстных каких-то предметов в одном тоне, и это не делает нужных фокусов. Девочка есть в кадре, но как будто бы даже ты не можешь ее отделить от этой картинки. Короче, вот это мне не нравилось. А вот, но радует, что на протяжении всего клипа, несмотря на то, что здесь намиксовали целую кучу различных цветовых, я даже сказала бы не оттенков, а гамм, вот так, холодная, горячая, то есть температуры, да, тут не перевалились в дешевизну, прям которая сильно меня обычно в таких вот клипах, ну, в смысле, в таких локациях раздражает. Тут как-то вот они кое-где где были близко, но вот хорошо. В целом, конечно же, сама тема с отелем, с таким вычурным, да, с девочками, которые там работают, и какой-то паранормальщиной, которая там происходит, и девчонки одновременно исполняют как роль жертв, так и такую несколько пугающую роль, как будто бы они и есть это все, весь этот хоррор, это и есть они. Вот это мне понравилось. И мне также еще понравилась тягучесть этой истории. Да? То есть моментики были колкие в начале, но вот они набирали оборотов и по динамике, по тягучести туда до конца все дожали хорошо. Я уже сказала про хореографию, некоторые моменты прикольные, и они прям отражают несколько такой хищный образ, неспешный образ, вот такой вот. И еще скажу, что некоторые куски хореографии были очень выгодно сняты. Что, за что еще как бы плюсану в целом. А вот, но музыка просто шик восторг. Мне очень понравилось звучание. Напишите мне, пожалуйста, как вам в комментариях. Особенно, если вы слышали в наушниках. И, возможно, если просто закрыть глаза и слушать молча вот так не на реакцию, хотя я в наушнике слышу хорошо, музыку себя хуже. Но все равно, так или иначе, да, я цепляюсь за какие-то отдельные моменты, особенно за видеоряд. И какие-то детали, конечно же, все равно ускользают. Поэтому у меня скользящая, так сказать, реакция обо всем на свете. Но если прицельно послушать мелодию, можно еще больше там всяких прелестей расслушать, поэтому я бы очень рекомендовала и себе, и вам послушать эту музыку в наушниках еще раз и прям слушаться. Красивая по мелодии, мне понравилось, что там было очень много, я не знаю, насколько это было синтезировано, но звучало вполне оригинально, это оркестровый задник музыки, класс, прям супер. Короче, мне понравилось, девочки Purple Kiss, мне кажется, это одна из работ, которая отлична от того, что у них выходит как бы на постоянку, но вместе с тем
по концепции сложно мне проследить, потому что я уже подзабыла, что у них до этого было. Марии говорим спасибо большое за девочек и за песню эту шикарную. Перехожу к следующим заявочкам на один из клипов. Прочитаю от Светланы. Ты написала: Stray Kids, вакаций не так много, когда были молнии. Ребят было не разглядеть и сверкало для глаз не очень приятно. А песня хорошая, даже непонятно, что японская. Ага, то есть получается, ну в принципе японские релизы я уже говорила, да, много раз по поводу того, что я порой иногда думаю, как вообще эта группа делает такие крутые клипы, как, почему я в Японии снимают так плохо, порой такое частенько бывает, к сожалению. Так, хорошо, Иринка, Stay, пишешь: привет, Ари, приветик, у наших любимых мальчишек вышел японский релиз, и о боже, это настолько офигенно, что каждый раз при прослушивании трека мои уши попадают в рай, значит у нас будет зачетная песня, и по клипу будем, конечно же, смотреть, что у нас получается, но в конечный вердикт уже будет в конце. Называется The Sound, композиция. Хоть я там и говорила, что часто в Японии бывают клипы, бывают часто и вот такие. Поэтому все-таки я хочу, чтобы мне работа зашла, надеюсь, очень. Потому что ребята Stray Kids — это обычно про что-то очень-очень крутое. Поехали. Вот то, то, что я говорила, когда все у нас желто-ржавое. Так, Феликс проснулся, пробудился. Кто-то нас гипнотизирует. Ага. Так, хорошо, начали у нас прям мощно с... Да ё-моё. Мощно начали с рэперов, Оля, ну... О, младшенький, класс! Да, песня прям разгулялась хороша в припеве. А мне нравятся вот эти вот мигающие кадры, они добавили лаконичности какой-то, да, затемняют кадры, мне так больше нравится, для того, чтобы молнию было хорошо видно, вот тут мне прям нравится. Это какое-то интересно прочесали. Непривычно. А манера какая, ну хороший переход. Так, ну да, звучит класс. Музыка мне, во всяком случае, очень там фоном нравится. Может, какие-то... Иногда вот я на него смотрю в последнее время, кажется, что у него прям замашки, как у самого старшего участника, и зрелого, но там не так. Так, хорошо, Хан, что ты там, значит, рушишь? Но этот момент был прикольный. Вот мне нравится здесь на фоне, где на заднике молнии. Прикольно. Класс. Хорошо, что работа разгулялась, и она имеет свою фишку. Хорошо, что мы не остались просто в квартире, добавили достаточно всего, вот эти барабаны, электричество, холодные моменты, прям такие искрящие. И еще там природа, вот эти вот моменты. Короче, мне нравятся в целом. Хорошо, что они не остались просто вот там, где как началось у нас. Или, кстати, такой милый бантик. Да и ты такой дерзкий, ну такой милый. Красиво. Домик. Это типа они в этом домике. Класс. Музыка очень хороша. И мне очень, что ним здесь нравится. Хорошо мы так волосы уложили, и он работает хорошо на камеру. Вокалист у нас. Красивое было движение кисти руки. Красавчик. Хорошо. Так, во-первых, здесь у нас прям плотно был гранж, ребята. Начало меня не то чтобы не зацепило, ничего не было там, чтобы прям цепко, ну, кроме, конечно же, самих мальчишек, которые, ну, как бы, да, как за них не зацепиться. Вот, но я даже смотрела и думала, ну, почему при даже вот этот домик, там такая квартира была более, ну, как сказать, с
современно бытовой стиль, собственно, этой квартиры был вот такой. Много комнат и все остальное. Я такая думала, ну, у нас, походу, там будет все сконцентрировано. По сути, оно как бы так и было, но я очень рада, что менялось настроение картинки раз к разу. И, конечно же, добавили всякого еще другого. Там какие-то улицы, еще там, да, там не погода, скажем так, а молнии. Окей. И, конечно же, с барабанами мне очень понравилось. И, в принципе, когда молнии мигали, мне все равно нравилось, потому что это было динамично. И, опять же, для того, чтобы эти молнии хорошо было видно, затемняли остальную картинку, то есть фона затемняли. Ребят более-менее оставляли светлыми, но все это в целом создавало контраста, то, чего мне не хватало вот прям в самом начале. Но не могу не отметить вступление там, где Хёнджин что-то там руками показывает, знаете, и пошло-поехало. Можно было бы это чуть-чуть более выразительно сделать, но в целом мне сама эта фишка понравилась. И фишек было достаточно много. Мне очень понравилось, как вырывается припев. Мне очень понравилась эта тиленькающая, немножечко даже настораживающая музыка на фоне. Да, это были клавиши какие-то, что-то, короче, синтезированное такое. Но мне прям понравилось все это вместе. И эмоция благодаря муням, еще чему-то, вот я чувствовала ее раз взрывную через экран, и плюс камера так близко подъезжала, и казалось, что они сейчас впрыгнут, значит, поэтому мне ок. В целом, клип, знаете, как бы вам так объяснить, возможно, немножечко не то, чего я ждала, хотя я ничего такого особенного как бы не ждала конкретного, да, но в процессе просмотра клипа ближе к концу я уже рассмотрела его как со своей какой-то изюминкой, со своей какой-то фишкой, со своей особенностью, вот весь вместе видеоряд. И поэтому, наверное, поэтому я больше плюсану, скажу, что это было, ну, как бы оригинально, хотя не было, да, там ничего такого оригинального, но все равно эти переходы с рушащимися потолками, потом эти же барабаны, этот контраст, потом эти комнаты, которые в какой-то у нас сепии и в гранже, да, все вместе в комплекте получилось, знаете, вот вышла как раз-таки цельная какая-то картина, достаточно динамичная, яркая, несмотря на то, что это была история у нас про интерьер в одном месте в каком-то практически. Был прям такой крепкий кусок у рэперов в начале, да, я аж такая, ага, ну, стартовали мы, собственно, с них, но я, как вы знаете, больше люблю вокальные всякие моментики, пропевочки даже, если это какая-то хип-хоп песня, поэтому я, конечно, такая замерла и ждала, ни в коем случае не камень в огород рэперов, но все равно, потом опять Феликс черненький, по образам у ребят ничего неожиданного я не увидела, кроме прикольно причесанного, как по мальчика Хёнджина, понравился мне Линоу, ничем он опять не поменялся у нас, но все равно понравился, потому что он красивенький и без того, как бы что-то, наверное, с ним не делай, а с ним ничего особо не делают, он все равно стоит красивенький. Младшенький, по мальчишкам, по остальным, да, мне кажется, они все были в своем стиле. Если я не ошибаюсь, там, кажется, крупное эмилирование или пряди добавили вокалисту, вот, единственное такое. Так что каких-то неожиданностей по мальчишкам и по их образам у меня не случилось. Весь, наверное, сок тут именно в музыке. Да. Вот прям этот концентрат, и он у меня будет ассоциироваться с мелким таким напористым в кадре, когда он возникает, да, и с вот этими искрящими молниями, в принципе, это под музыку получилось. Поэтому я плюсую этой работе, и еще одна работа для Stray Kids, которая немножечко как будто бы в другом разрезе, да, произошла такая, но все равно они дотянули везде, как бы, где сначала я такая, они такие раз-раз-раз-раз застроили картинку, и все получилось хорошо. Класс! Ребят, у меня уже достаточно длинная реакция получилась, смотрите, 40 минут, может что-то там подрежется, не буду вас утомлять, скажу просто спасибо большое, что посмотрели все эти клипы со мной, спасибо всем ребятам, кто прислал заявочки, также конкретно за Stray Kids говорим Светлане и Ириночке, спасибо, и до новых реакций, не забывайте ставить пальцы большие вверх, подписываться на канал и, конечно же, писать свои отзывы. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ириран, люблю вас, целую.